Вид из нового нарезанного черета. Мы сделали такие домики. Вот. 4 штуки получилось. 5 я сегодня повешу, а еще 2 я повесил вчера. Вот они тут висят. Вот, если так присмотреться, то пчелы за них уже взялись. Уже активно работают. Здесь мушки-паразиты летают. Пчелы их трамбуют. Так. Значит, надо повесить еще 2 домика, так на всякий случай пусть будет. В дощечках есть свободные дырки, вот их почему-то никто не закрывает, не знаю почему, мне надо убирать. Вот пчелы пропали. Ну, посмотрим, сейчас надо сделать пару новых крыш. Так, чтобы сделать крышу, нам что надо? Шифер — это, конечно, хорошо. Сделаем просто бутылки. Сделаем крышу из бутылок. Чуть-чуть коротковато. Коротковато. Значит, нам нужно найти еще пару баночек. Сейчас поищем. Значит, дополнительные узлы мы повесили. Вот, один снизу, второй снизу. Также перевесили одну досточку фрезерованную. Вот, одну досточку мы забрали, потому что она практически полная. В ней больше никто ничего не делает. Вот она. Эта досточка, мы ее забираем на хранение подальше от всяких там мушек и прочей гадости. Оставляем пчелы, пусть работают.